по-прежнему продолжает заливать ливень. Я заехал ненадолго на трак-стап под названием Flying J. Он находится у нас на 7-м экзите в Тексаркане, штат Арканзас, граничащий город со штатом Техас. Вот здесь я вижу просто непроездная пробка. Что-то тут столпотворение какое-то. Мне тут ненадолго надо заехать. Но я вижу, что будет надолго, наверное. Не знаю, рискну, стану сзади. Сзади вот этого вот приятеля. И скажу на заправку. Видите, какая пробка? Все пытаются заправиться, но у них это не получается сделать быстро. Что-то циклон какой-то налетел на юг. Как сами видите, молния сверкает. Да. Надеюсь, это очень скоро закончится. Иначе будет работать very-very сложно. Ладно, помчали на заправку. Думаю, не дождусь, пока ливень закончится. Да поедем далее. Че, ребятки, застряли, короче, в этом. Застрял в Арканзасе, практически заехал в Техас. Вы видите, погода здесь просто жесть. Заехал я покушать на вот такую вот остановочку, да, Flying J, и застрял, потому что дождь просто неимоверно. Трекстап уже полметра воды, наверное. Сейчас покажу. Вон трак едет, смотрите. Реально уже набирается вода. Лужи такие уже не лужи, а море. Вон и колонка. Все громыхает, все сверкает. Неимоверно. И вот я думаю, выезжать мне в такую погоду или нет. Понимаешь? Главное, чтобы оно не превратилось в такую же стихию, как недавно в штате Луизиана. Там воды было, я не знаю, ну, метра два-три, наверное. Город просто затопило, на лодках плавали, спасали людей. Вот, и я в этот штат еду сегодня. Должен скидывать там машину сегодня уже в 5:20. Показываю. И сейчас, в данный момент, у нас 3:30. Вообще не знаю, ребята, нужно ли выезжать или нет. Потому что я чувствую, что выезжать пока не стоит. Выходим на 49-ю. Не переждал я дождь, решил выехать и правильно сделал. В общем, выехал из тучки буквально за 5 минут. Потому что я думаю, что там дорогу перекроют или что. Там уже воды, наверное, набралось. Фит
глубина. По лужам таким уже траки ходили, что страшно аж. В общем, выехал с трекстапа, двигаю на Луизиану, Шривипорт, или как там город этот называется, в севере Луизианы. Там сейчас буду скидывать через 1:20 свою машину первую. Вернее, не первую, а третью уже, которую перегрузочку я брал. Знаешь, что ли? Вот так вот. Мчим. Погода портится, ребятки. Нашли. Дождик в Арканзасе начинает нас заливать. Сейчас залетим. Очень серьезная туча. За 50 еду. Осталось позади, вон где-то там эта тучка грозовая. Смотрите, что творится с моим телефоном. Это LG, ребята. В общем, я снимал на него видео. Правда, сверкала молния, не знаю, как она таким боком к этому может иметь отношение, но вот это вот заснятое трехминутное видео, которое я сделал. Вот такая вот светомузыка на экране. Не могу понять, из-за чего такое может быть. Ерунда какая-то. А дождь все продолжает у нас лить, не переставая. Разгружаемся, ребята, разгружаемся. Скидываю форда. К моему счастью, дождь прекратился. Думаю, на время. Потому что тучи такие тут страшные. Вообще просто. Развязал, разгрузил я фордика. Ежа, короче. Форда ежа. С такими вот корячками. Вроде нормально. Целый. Сейчас опускаем этажи, отдаю машину. Поехали дальше. Поехали. Отвозить, ребята. Тут уже начинается дождик. Просто реально. Думаю, что сейчас ливанет. Да. Был очень прав. О, да. Чуть-чуть и не успел. Я туда заехал. И выехал.
же прекращаются. Mitsubishi Motors плюс Kia, я так понимаю. Kia Mitsubishi All Together. All Together. Да, то только я так не хочу сюда идти, это просто. Не хочу выходить с машины. Короче, ребята, сижу и на улицу гляжу. Опять валит ливень, я даже выходить отсюда просто не хочу. А подъехать прям под навес я не могу. Я даже не знаю, где у них тут сервис или что. Так бы в сервис бы заехал и все, понимаете. Так ничего не могу сделать. Так работаем. Я всегда смотрю на этот экран. На самом деле линза здесь, у меня получается всегда глаза в сторону смотрят. На эту камеру. Лохматый. Лохматый рабочий вид, короче. Ай. Так, давай. Давай, прекращайся. Прекращайся, дождик. Пожалуйста, я тебя прошу. Все же налет, но уже меньше. Пока вам покажу салон Форда. Может, интересно кому. Фордец отменный. Кожаный салончик. Все дела. Люка нету, правда. В основном на этих Фордах люк такой на весь крышу. Да. Сколько еще мне ждать? Ребятки, тачку-то я скинул, а трак вон он мой. Как мне туда добежать? Навес я нашел. Назад не могу попасть. Ну что, добежал я, короче, скинул Форда. Едем дальше. Молния сверкает конкретно. Акура. Kia. Toyota. Infiniti. Hyundai. Mitsubishi. Целый район. А вот он еще один карфоллер по одну машину. О, какой трейлер. Поднимается электрический, прям гидравлический. Кадиллак. Форд. Линкольн. Ребята, да тут все модели и марки машин собрали. Он отдыхает, еще один карфоллер или работает, не знаю. Buick GMC. Вот так вот. Turn right on East Marcoons Industrial Loop Expressway. Ого. Вот это ты, тетя, сказала. Ты хоть сама поняла, что ты ляпнула, а? Берт Кунц Индастриал Луп Экспрессвей. Это же такое название рано придумать, а? Смотрите, какие потоки. Какие тут стоят лужи. Где была травка, сейчас там куча воды. Да. Доеду я до этого Далласа. Наконец-таки, а? Три часа мне, ребята, езды. Как раз по логбуку у меня осталось 3 часа езды. Все очень точно сходится. Вот. Надо прозвонить клиентов. Авария, ребят. Вау. Машина улетела. Это ужасно. Еле успел затормозить, вообще просто линии еще не перекрыли. Всем доброе утро из Далласа. Город Даллас. Город Даллас. Что у меня с голосом? Непонятно. Только проснулся недавно просто. Короче, это.
нахожусь я уже в городе Далласе, скидываю свою первую машину в городе Далласе и уже, наверное, третью, в общем, с трейлера я скидываю. Вот. Сейчас у меня тут работы вроде немного, две машины я в Далласе сбрасываю и еду резко на Аустин, где сбрасываю еще одну машину, одну подбираю, еду на Сан-Антонио. Город Сан-Антонио, он находится ниже полтора часа от этого города, от города Аустина. Из-за этого займет немножко времени мне все это дело осуществить. В общем, план на сегодняшний день — доехать до Хьюстона. Если этот план осуществится, то это будет просто шикарно. Потому что в Хьюстоне я смогу завтра, в субботу, уже кое-что поделать, кое-что скинуть, кое-что забрать. Наверное, все не заберу, потому что всех машин у меня еще нету. Вот. Но частично я в субботу могу поработать, а потом уже, конечно, я думаю, буду отдыхать. Буду отдыхать в воскресенье. Смотри, какая машинка поехала маленькая. Texas Physical. Что-то там такое написано. Kawasaki. Вот. Такие планы на работу, короче, ближайшие. Ближайшие несколько часов, несколько дней. Я там в Хьюстоне заметил одного коронада, который стоит на дилерской. Его нужно будет протестировать. Может быть, на нем не буду кататься, но если у меня будет время, я загляну. Если получится. Правда, в воскресенье дилерские закрыты, посмотрим. Может быть, так чисто. Сникпик. Было бы очень интересно. Вот, ну, в общем, мне 4-5 минут до клиента. Скидываем Шевроле Колорадо. Пикап-трачок, который я подобрал на аукционе в Коннектикуте. Город Нью-Бритон. Поехали. Нету. Мне, наверное, придется где-то тут встать. Отель One Hilton Anatoly этот сзади. Блин, ну здесь капец коряги. Я не смогу, наверное, запарковаться. Вон он, отель, видите? И вот там нужно скинуть машину. А как это сделать, я не знаю. Так, ребята, заехал на какой-то стрит, монитор стрит какой-то. Тут вроде как смотрится все большое, но развернусь я и здесь или нет, я сильно сомневаюсь. Тупиковая улица. Да, ребята, тупик. Как тут развернуться, я не знаю. Задом сдавать куда-нибудь. Ребят, я нашел какой-то паркинг возле вот этого отеля красивого. Сейчас запаркуюсь, попробую. Среди ребят в таком месте запарковался. Отель Ренессанс. Часто его проезжаю. Сзади него есть такой большой паркинг. Скинул Honda Civic. Вот, сейчас выдвигаюсь на город Аустин, Сан-Антонио.
наверное, сейчас заберу. Прислали только что месседж, сейчас заберу машину. В городе в этом еще одну. Еще одну. Так. Сейчас мне надо будет, значит, сделать маневр. Маневр. Mercedes-Benz перегнать на край, поставить. А еще один Mercedes-Benz буду забирать. Буду забирать. Поставлю вот сюда. Сейчас буду забирать GL-класс. Здоровый такой Мерс. Поехали. И красавчики Mercedes. Сейчас буду забирать GL-класс 2016 года, новенький. Что, ребятки, GL-ку забрали. Сейчас буду паковать. Сейчас покажу вам, выйду, какая она. Такая симпатичная, серого цвета. Конечно, цвет такой, так себе, если честно. Цвет не очень. Но сама машина бомба. Очень классная. Видите, ну вообще нуляча получается, еще наклеечки на ней все. Очень классно. Руль удобный. Это не самая прям новая уже модель, ну как? Не, вообще-то самая, да, после нее еще ничего не выходило, по идее. Вот. Шивочка такая, все четко. Но Mercedes типично. Семиместная. Семиместная семейная машина. Контроль. Сейчас машину проеду. С номерами. Какой? 450, ну, обычный. Есть такие же модели, 550 AMG. Вот эта модель хорошая. Это, конечно, тоже хорошая по сравнению с другими машинами. Но именно из Мерседесов AMG просто огонь. Задвинем зеркала. Она очень широкая и высокая, ребята. Она будет ее сейчас аккуратно прям закинуть на первый этаж. Такая из машин, которой надо быть extra careful. Климат-контроль сзади. Интересно, как же сиденье здесь двигается? А нет, это я что-то задел. Задние, смотрите. Ну, конечно, задние два для детей более детские такие сидушки. Вот эти двигаются как-то. Ага. Оп. Все, и туда как бы можно залезть. Но это не Suburban и не Cadillac Escalade. Но все же. Аппарат хороший. Думаю, для 5 человек он более рассчитан, наверное, чем для 7. Ну, двое детей сзади залезут. Изи. Так. В общем, грузим его вот сюда. Вот сидушечки. И он поедет уже, наверное, домой на этом месте. Ладно. Работаем. Аэропорт рядом. Пошел. Видите, одни Мерседесы они здесь стоят. Все, загрузили машину. Едем дальше. Что, ребятки, Мерса я забрал, двигаем на город Аустин. Вот это хата. Степдек возит. Класс. Кенвар Т-600. Запацаны по квартиру. Красавчик. Продолжает нас в Аустин дождик и трафик. Как всегда.
Извините, ребятки, погода испортилась. Еду по сильному дождю. Пробка впереди, не хотят люди ехать вообще. Двигаюсь буквально 50 миль, 40-50 миль в час. Идем на город Аустин. Очень сильно надеюсь, что там не такая погода. Да. Вчерашний день вернулся к нам. Водка наладилась. Решил я заехать подзаправиться маленько, потому что у меня осталось четверть бака. Четверть бака осталось. А здесь цена хорошая, 2.22. Минус. Когда кредиткой платишь, здесь фидбэк. Есть возврат. Это по 2.19, по 2.20 можно заправиться. Очень хорошая цена. Парковка практически пустая, вообще просто шикарно. Еще только у нас без 15.4. Скоро будет заполняться. Город Вако, ребята. Ребятки, мы на месте. Идет разгрузка машин. Скидываю полностью второй этаж. Второй этаж на скидку. Снимаю. Потихоньку машину складировать перед своим трейлером. Опять за что-то моргает. Вернее, перед траком буду ставить машину. Опять что-то моргает вдали. Грозится ураганом. Я как не приезжаю куда-то разгружаться, так у меня начинаются какие-то приключения. Аккорд, мустанг сейчас будет проблема выгнать. С мустангом вообще надо будет помучиться. Так. Аккорд скидывается у меня в Сан-Антонио. Который отсюда находится еще час ездит от меня. Какой час? 2.5 до Остина час. С Антонио еще путем ехать. Зарядка полным ходом. Физкультура. А мне еще надо попасть. Ух ты, линза грязная. Мне еще надо попасть в Аустин, скинуть еще там машину. Секунду, линзу почищу. Там наш любимый мустанг. Думаю, с чистой линзой будет приятно смотреть. Фу, как тут сигареты воняют, ужас. Так. Дело в том, что я сомневаюсь, что он завезет. Так. Так как эта машина очень низкая, мне придется прибегнуть к Special Tools. Специнструменты сейчас буду подкладывать прямо сюда. Обычно досточки. По-другому просто нереально, ребят. Так, поставлю камеру.
Так, попробуем, чтобы аккуратненько. Думаю, может, конечно, покатиться. Может, сюда поставлю. Ребята, вы не поверите, конечно. Как бы ничего не произошло, да? Все нормально, я так думаю. Все на месте. Короче, рассказываю. Машина скорости находится, я ее заглушил, вылез, чтобы доски подставить нормально, не успел, она, в общем, без моего, без моей помощи съехала сама. Думаю, слышь, Мишаня, оно тебе надо, дай-ка я сама скачусь. С этим мустангом, конечно, разбитым, я просто имею фан. В общем, хорошая машина и все такое, но и подальше, чтобы мозги не компенсировали. Ладненько, отгоним. Тяну свет. В общем, сама скатилась машина, ни ручник, ни скорость не работает. Вот. Даже вода сохранилась за 2 года. Ничего себе, омыватели. Кстати, так нормально, она ничего даже не покорябалась. Звук у нее очень крутой. Что, выгоняем самую главную машину, ради которой я сюда приехал, загоняем все обратно.